Мы ждем, что в наши территории к нам вернутся Славянск, Краматорск. Хочется, чтобы это все было опять единым целым, как бы, потому что очень много родственников на Украине. На этом. Хотелось бы, конечно, чтобы было, вообще хотелось, чтобы был бы мир. Но так как Зеленский не хочет с нами мировать, поэтому будь что будет, конечно, но надоели вот эти вот грохи, громыхания постоянные, тренировки постоянные. Хочется и плакать, и петь, и не знаю, что делать. Я довольна. Я давно этого ждала. Я пережила 14-й год, я знаю, что это такое. Что мы по подвалам сидели и голодные. И без лекарства, без ничего. Готовили пищу, люди на улице. Ни воды, ничего не было. Так, если бы потерпели, как мы прочерпели 8 лет, тогда бы узнали, как это было нам тяжело. Никому не желаешь этому, не пожелаешь. И врагам, и своим, и водочек никому. Было тяжело, очень тяжело. И в подвалах ночевали. Очень рады, мы давно этого ждали. Потому что, ну что, Украины, толком ничего. Постоянно бомбежки мы слышим, и все. А мы давно ждали, пока Владимир Владимирович нас примет.